Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo, перед нами Honor 20E, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить или выключить автоповорот экрана. Для этого мы заходим в шторку быстрого доступа на нашем телефоне и ищем здесь пункт, который так и называется автоповорот. Его здесь можно включить или выключить. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.